покажет дорогу. К сожалению. А ты не поедешь, что ли? Я на машине поеду, я повезу эти продукты. А. Прочие вещи. Сейчас напишу. А еще. Ты просто на карте покажи, я сориентируюсь. Я был рядом, когда тебя видели. Ты всегда рядом со всеми идем. Не, либо, ну, либо они скажут, что не захочется, потому что они еще у меня сидели после того, как это дерьмо. Ну да, приехал. Ты говорил, что застолье у вас было. Застолье? Да. А, они, еще, говорил, мы они еще, по-моему, неделю со мной жили, потому что у меня ноги нормально себя чувствуют. Они неделю, и на следующей неделе, следующее воскресенье уехали. Только один велосипед. О, здорово. А второй вот он. Привет. Вон Густав второй. Спрятался. Привет. Ну, сначала этот запомнил. Вот двое приехали. Это Лёшка и Джексон. Джексон, знаменитый Джексон из Владивостока прилетел. Вообще с Владивостока прилетел, да? Ты своим ходом? Ты заснял? Да, я это заснял. Это было очень смешно, очень. Ты вообще красавчик, просто красавчик. Интересно поближе посмотреть, что тут за мероприятие. Я слышу, музыка играет. Сложностям и погодным, и временным у наших волонтеров, да, не хватило возможности копать все столбы и установить все таблички. Да и, честно говоря, к зиме, в зимний период это, ну, не очень логично, потому что воздействия температурные, ну, не хотелось бы, чтобы они пострадали. Поэтому мы обязательно приходите в апреле, все будет уже здесь на местах, все развешено. Вот. Так вот. А, что нам нужно, кроме соли? Ничего. Нихера, увидели? Поджиг, наверное. Красава! О! Ну еще красавчик. Да я себя отрежу. А, ну да, сало он себя может отрезать, если что. Так вот, получается, нам нужно соль и все. И что-то еще нужно. Просто пока только соль нужна. Давайте сейчас просто выставимся, посмотрим. Выставим, посмотрим. Давай. Где? В центральном. Все. Где макароны? Так. Как там есть? Все хотят жрать, только я медленно сейчас. Типа. Так, у меня на торпеде лежит этот баллон. Притащите, пожалуйста. Я еще покатаюсь. Давай быстрее, очень быстро нужно. Ёкарный бабай. Это через некоторое время после того, как ты покатаешься. Смотри, это происходит сразу, когда ты начинаешь кататься или успеть. Нет, покатаешься. Смотри.
Пока катаешься, тормоза разогреваются. Они лучше тормозят, да? Это первое. Второе. А, можно записывать и этот тросик. Ну, тросик, наверное, можно не записывать. Точно? Там он может соскочить, выскочить как? Чем? Ни разу не выскакивал. Я там все плохо. Тарзан, что ли? Да. Да, вид правда шикарный. Да, весь Арсем видно. Да. Даже когда темно, видно трассу на Уссурийск слева. Соловей ключ, он видно. Ясно видно. А Суражевку, наверное, из-за деревьев только. А вон видно. Этот видно не Суражевку, а заводской. Ага. Парни, мы собрались здесь сегодня пятером. Рад, что вы приехали. Блин, Джексон красава прилетел. Я очень рад этому. Давай хорошие дороги. Ты едешь сейчас со своим ходом, да? Да, мы готовы. О, красава, молодец. Но, как говорится, если буду мерзнуть, то полезу в автобус. Welcome to a time stand still. No one leaves alone.